12 июля 2013 года поступило сообщение через службу 02 о разбойном нападении, совершенном на Кожевенческой набережной. По приезду на место была обнаружена автомашина потерпевших «Форд», в которой были разбиты стекла, а также двое потерпевших, которых находились в этой машине, были доставлены в ГКБ с огнестрельными ранениями. Получив объяснение от потерпевших, было установлено то, что указанные лица перевозили денежные средства с пункта обмена валюты, находящегося на территории города Москвы, после чего ехали в сторону Павелецкого вокзала, где их настигло две автомашины с преступниками. Преступники разбили стекла в указанной автомашине потерпевших и похитили денежные средства, притом при этом применив в отношении них огнестрельное оружие. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального округа было установлено четыре активных участника организованной преступной группы, в состав которой входили трое выходцев из Республики Дагестан и один выходец из Республики Армения. Указанные граждане были установлены и задержаны. При них было обнаружено две единицы оружия, одно из которых боевое огнестрельное оружие, пистолет Макарова, а также изъято 16 боеприпасов к этому пистолету. Также были обнаружены изъяты так называемые приборы, используемые автоугонщиками для хищения автотранспортных средств. Сейчас эти указанные лица доставлены в следственный отдел УВД Замоскворечья, проводятся следственные действия. Им инкриминируется статья 162, часть 4, пункт А, это разбой и нападение, совершенный в составе организованной группы. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.